Сегодня мы здесь, чтобы взять эксклюзивное интервью у доктора Едранова по поводу предстоящего курса Дениса Тарнова, который состоится 19-20 октября в городе Москве в этом году. Стоит ли курс того? Сейчас, эксклюзивно, для Stomatology News. Погнали! Добрый день, нам нужен доктор Едранов. Где его мы можем найти? Здравствуйте. Все вопросы потом. На первом месте у меня пациенты. Если хотите, ждите. Доктор, один вопрос. Меня ждут на консультации. Я занят. Мне нужно срочно разобрать клинический случай. Тарнов же впервые в России. Он профессор Колумбийского университета, на 2 дня приезжает. С 19 по 20 октября, поэтому и нельзя пропускать. Сергей Сергеевич, скажите, пожалуйста, почему вы все время заняты? Почему у вас нет времени? Да потому что я уже посетил курс Дениса Тарнова и вам советую. Эксклюзивно для Stomatology News.